Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня не совсем обычный мастер-класс будет. Сегодня мы с вами будем учиться вязать узор на линейке. Этот метод придумала не я, я его нашла в интернете. Мне он показался очень интересным, и я решила поделиться им с вами. Надеюсь, что он вам тоже очень понравится. А прежде чем мы с вами приступим, я вас хочу попросить подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые мастер-классы, которые выходят каждую неделю. Ну а мы с вами приступаем к вязанию. Помимо пряжи и крючка, который подходит к ней, у меня это размерчик троечка, нам будет нужна линейка. Линейки есть самые разные, есть металлические, вот как у меня пластмассовые, есть деревянные, какие угодно. Можете брать любую, но я не рекомендую брать деревянную, если она не покрыта лаком, иначе у вас нитки будут цепляться и будет не очень удобно вязать. Также обратите ваше внимание на ширину линейки. То есть, чем шире линейка, соответственно, тем по высоте у вас будут больше ваши петли. Чем уже линейка, соответственно, меньше. Выбирайте ту линейку, которая больше всего вам подходит под ваше изделие. Также обратите внимание на длину линейки. Если вам нужно вязать какое-то большое изделие, и вам нужно будет набирать большое количество петель, тогда выбирайте линейку, которая будет более длинная. Если же вы вяжете какое-то небольшое изделие, например, там шарфик, снуд или еще что-то такое не сильно большое, тогда можете выбирать не сильно длинную линейку, вам будет удобнее набирать на нее петли. Ну что ж, давайте приступать к вязанию. Я для вязания выбрала вот такую вот не сильно широкую линеечку и не сильно длинную. Итак, перед тем, как начать вязать, мы должны с вами набрать первый ряд. Первый ряд мы с вами набираем воздушными петлями, число которых кратно либо 5, либо 6, в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы ваши вот эти вот петли были широкими, ваши вот эти элементы. Я наберу кратную 6. Наберу 24 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вы же можете набирать столько петелек, сколько вам необходимо для вашего изделия по размеру, для вашей ширины изделия. Вот у меня есть цепочка. Теперь мы с вами вытягиваем первую петелечку, берем линейку. Очень удобно это делать, когда у вас линейка упирается вам в коленку, то есть вот таким вот образом. Тогда вам проще будет набирать. Но я сейчас так не смогу показать, поэтому показываю как есть. Что она у вас не будет, если упрется вот так вот в коленку, вы просто будете вытягивать каждую петлю. Сейчас я попробую показать, конечно, на столе, но не уверена, что это меня спасет. Вот я первую петельку набросила, ее подтянула, чтобы она полностью обхватила мою линейку и не сильно туда-сюда ездила. Теперь нахожу следующую петлю. В эту петельку я завожу крючок и вытаскиваю нитку и накидываю ее на линейку. Опять подтягиваю. Видите, на столе не получается, потому что линейка ездит. Но если вы упрете ее в коленку, вам будет удобно, ничего никуда у вас уезжать не будет. Вот у нас две петельки. Находим следующую. Заводим крючок. Вытягиваем и набрасываем третью. Немножечко подтягивайте вязание, чтобы у вас сильно эти петли не болтались. Находим следующую петлю. Следующую точно так же. Захватываем нитку, вытягиваем и набрасываем на линейку. Подтягиваем вязание. Находим следующую петлю. Смотрите, главное, не вытяните с той же петли, откуда вы только что тянули. То есть обращайте внимание, в какую петлю вы только что провязали. Находите следующую. Вытягиваю и накидываю. И таким образом я вытягиваю каждую петельку из
каждой предыдущей петли и набрасываю ее на линейку. У меня вот этих вот петель должно получиться число, получается столько же, сколько у меня было в наборном ряду, вот здесь вот. То есть у меня должно получиться 24 вот такие вытянутые петли на линейке. Вот я провязала, скажем так, донабрала петли на линейку, у меня получилось 24 петли. Если вдруг вы не уверены, лишний раз пересчитайте. Теперь мы снимаем все наше вязание аккуратненько с линейки. Дальше, так как у нас было число кратное 6, мы с вами сейчас берем 6 петель. Если бы было кратно 5 в самом начале, да, мы с вами бы так вязали, тогда бы мы взяли количество петель кратное 5. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот наши 6 петель на крючке. Теперь мы крючок как бы поворачиваем на себя, придерживая, и вот так вот придерживаем пальчиками. Аккуратно его вытаскиваем. И теперь с этой стороны заводим крючок. Теперь берем нашу рабочую нитку и провязываем, вытягиваем через все эти петли. Провязали. И теперь сюда в серединку, всегда начало ряда будет вот таким, в серединку мы вот сюда вот, которая у нас образовалась вот здесь, мы вяжем 6 столбиков без накида, так как у нас количество петель кратно 6. 1, сюда же, в эту же точку, 2, сюда же, 3, сюда же, 4, сюда же 5 и сюда же 6. Теперь берем следующие 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем с ними тот же маневр. Вот у нас эти петли здесь, да, на крючке. Мы вот так вот поворачиваем крючок на себя и вот так вот придерживаем пальчиками. Вынимаем крючок и с этой стороны заводим его обратно, чтобы он у нас вот это вязание получилось как бы немножечко перевернутым. Захватываем нитку. Но здесь, так как у нас одна петля уже есть на крючке, мы вот так вот ее вытягиваем и сразу провязываем первый столбик без накида. Теперь сюда же вяжем в серединку второй, сюда же третий, сюда же четвертый, сюда же пятый и шестой. Следующие 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повторяем точно так же. Вытягиваем вот так вот петли на крючке, поворачиваем крючок на себя. И вот таким вот образом прижимаем, вытаскиваем крючок. И с этой стороны заводим в эти петли. Вытягиваем. Так как здесь уже петля рабочая была, провязываем сразу столбик без накида. Это первый. Сюда же вяжем второй. В серединку сюда же третий. Четвертый. Пятый. И сюда же шестой. И вот они, последние мои петли. Я их набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот они на крючке. Крючок поворачиваю на себя. Придерживаю вот так пальчиками, вытаскиваю. С этой стороны завожу. Вытаскиваю нитку рабочую. Так как здесь уже была петелька, провязываю сразу столбик без накида, первый. Теперь сюда же вяжу еще второй, сюда же третий, сюда же четвертый, пятый
и шестой. И вот он наш первый ряд. Вот что получилось. Теперь это перекладываем в левую руку. Вот сюда, с этой стороны. Вот так вот берем линейку. Вытягиваем первую петлю и надеваем ее. Теперь находим следующую петельку и за две стеночки вытягиваем следующую. Надеваем. Это вторая. Теперь вот в этом элементе у нас было 6 столбиков без накида. Соответственно, с каждого элемента мы будем вытягивать по 6 петель. Четыре, пять, и подтягивайте обязательно, и шесть. Вот, переходим к следующему элементу, вот этому. Теперь здесь тоже из каждой вот этой вот петелечки мы будем вытягивать одну петлю. Раз. Надеваем, подтягиваем. Два. Надеваем, подтягиваем. Три. Четыре. Пять. И 6. Итак, мы с вами вытягиваем из каждой предыдущей петельки по одной вот такой вот большой петле, надеваем на линеечку, и у нас в конечном счете должно получиться столько, сколько было в первом начальном ряду с воздушными петлями. То есть у меня должно получиться 24 воздушные, вернее, не воздушные, 24 вот такие большие петли, точно так же, как у нас было вот здесь в начальном ряду в воздушных петлях. Вот, теперь снимаем это все с линейки, и сейчас будем вязать точно так же, как вот этот вот ряд. То есть мы на крючок надеваем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 петелек. Теперь поворачиваем вот таким вот образом наше вязание, аккуратно вытаскиваем крючок, заводим крючок с этой стороны. Дальше берем рабочую ниточку. И эту рабочую ниточку протаскиваем, провязываем. И это не считается у нас никаким столбиком, поэтому вот сюда в серединку вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вновь набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелек на крючок. И точно так же, как обычно, мы с вами вяжем, уже несколько раз вязали в том ряду, в этом поворачиваем вот так вот на себя крючком, вытаскиваем. Вот сюда с этой стороны заводим крючок, вытягиваем нитку, и так как у нас одна петля на крючке, сразу провязываем столбик без накида. Теперь вот это первый, теперь сюда вяжем второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь вновь 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И точно так же провязываем, как вот эти элементы. Доходим так до конца ряда. Вот я дошла до конца ряда, а следующий ряд у нас будет опять повторяться с вытянутыми петлями. То есть мы поворачиваем вязание. Вот наша петля вот здесь вот на крючке. Мы берем линейку. Линейка у нас с правой стороны.
и мы на нее начинаем надевать петли. То есть точно так же, как в предыдущих рядах, как мы с вами делали. Находим каждую петелечку, протягиваем и надеваем. Таким образом мы этот ряд вытягиваем петлями, а следующий ряд провязываем так, как вязали вот здесь. Вот тут всего два ряда, которые повторяются между собой. Главное, всегда считайте, чтобы у вас вот здесь вот было правильное количество петель, то есть столько, сколько у вас было вот здесь в начальном ряду, в воздушном. И тогда у вас уже не будет никаких проблем. Я сейчас провяжу еще несколько рядов, чтобы вам показать полноценно, как выглядит этот узор уже на большом, ну скажем так, объеме работы. Вот я провязала еще несколько рядов, и вот такой вот узор у меня получился. Такой узор универсальный, в принципе, им можно связать все что угодно, начиная от шарфика, палантина, снуда и заканчивая кофточками, блузочками и различными предметами одежды. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А также напишите в комментариях, интересна ли вам была такая техника вязания и хотите ли вы еще дополнительных узоров на линейке. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.